другим темам. Жизнь молдавских мыслителей и их общественно-политические взгляды в одном переплете. Издание рассчитано на студентов, но много интересного в нем найдет для себя и рядовой читатель. На презентации присутствовала и наша съемочная группа. История общественно-политической мысли Молдовы нового времени. Книга, которая рассказывает о биографии мыслителей и их взглядах на жизнь и политику. Труд уникальный, утверждает один из его авторов. Доктор философии, доцент кафедры политологии Института международных отношений Эдуард Волков. Молдова, несмотря на небольшую территорию и народонаселение, имела своих политических мыслителей, которые внесли свой оригинальный вклад, потому что, например, пашептизм или папаронизм – эти концепции, которые неизвестны россиянам или русскоязычным читателям. Пашапатисты были сторонниками западных идей раскрепощения. Папаронисты придерживались традиционных ценностей народа. Георгий Асаки, Мирон Костин, Михайка Галничанов, Василий Александрий – эти и другие известные мыслители были приверженцами разных доктрин и политических взглядов. Для авторов же они все равны. Например, Георгий Асаки был против объединения, а Василий Александрий был, и тот же Михаил Кагалничан, Михаил Кагалничан был за объединение. И мы излагаем независимость от этого. То есть сегодняшние политические страсти никак не влияют на то, что мы излагаем в нашей книге. Книгу переведут на государственный язык. Она вышла тиражом в 100 экземпляров. К ним будет приложена еще хрестоматия и выпущено второе издание.